Именно так у нас начинается четвертый день во Вьетнаме, в городе Ханой. Красивый вид на город. Мы идем на рынок этих бэушных инструментов. Потом постритуем, попытаемся. Идем по каким-то узким улочкам, прям туда. Ёпта! Тут еще моцики катаются. Извините, мне кажется... Нет! Да как она это делает? Да я спугу! Сейчас я покажу, смотри. О боже, как узко! Помогите! Шипниковом заводе, и он сделал подарок. Это офигенные итальянские струны, короче, он дал их нам на халяву. При этом он рассказал нам захватывающую историю, как он договорился с хозяйкой продать нам гитару за 500 тысяч, и типа 100 хотел заплатить сам, потому что у нас было только 400. И он бегал, короче, по этой улице, тут целые улицы, гитарные магазины, он бегал по этой улице и искал нас, короче, но мы уже купили гитару. Также мы зашли в кафешку и попросили горячей воды. В этой кафешке мальчик нам помог и написал нам попрошайнические слова на картонке. И тут снова мы возвращаемся к нашему... Какой город еще раз? Ханой. Нет, Вологда. Вологда.
к нашему вологодскому шарикоподшипниковому другу, который сказал: у вас некрасивые бумажки, я вам сейчас их обрежу. И обрезал их просто, великолепно. Это вообще ювелирная работа. И теперь у нас две офигенные бумажки, халявные струны, гитара. И мы потратили кучу денег, и теперь можем их заработать. Мы потратили мало денег. 450 тысяч, на все. У нас осталось мало денег. У нас классно. Мы купили укулеле и решили подзаработать. Вот, и сейчас встали на удобное место и заработали 386 тысяч. 386. 400 стоило укулеле. За час или полтора где-то. Часа мы стояли, наверное, да. Мы могли бы еще постоять еще больше, но в принципе как бы... Ну уже солнце садится, мы хотим кушать и как бы... Нефиг работать, сегодня Рождество, мы идем праздновать, да. Все, вот. Я зашел в магазин, и здесь максимально странные цены. Я даже не понимаю, что здесь дешево. Это детское питание. А что здесь дорого? Это нормальные цены? 339 тысяч за пачку вот какой-то лажи. Итак, мы уже второй день зарабатываем деньги потихонечку. Сейчас там что-то заработали, и мне предложили пойти посмотреть пагоду вот эту вот. Сейчас зайдем, глянем, что тут происходит. Может, вам покажем. Тут что-то очень много людей ходит. Как бы какое-то классное, наверное, туристическое место. Вот. Давайте зайдем. В общем, короче, вот как-то так. Мы зашли в этот храм. Типа не храм, просто гуляем. Смотрим, много людей ходит. В общем, как-то так. Заходим. Тут какие-то храмы, там молятся люди. Здесь благовония. Здесь типа какой-то Будда. Так, а здесь у нас пагода. Мы сейчас сюда зайдем. Так, вот. У нас сегодня на ужин вот такой вот страшный и мерзкий. Это прекрасный лист пальмы. Я мечтала съесть что-нибудь в листе пальмы еще в Китае, а тут вот оно наконец-то случилось. Посмотри, сколько пива у нас потребляет. Нам еще и дали пиво. Бесплатное пиво. Бесплатное это пиво. Это лучший хостел в мире. Мы сегодня нажрёмся в хламину. Ссылочку оставлю в описании. Или как вы там блогеры говорите? О боже, я не понимаю, что это. Оно шевелится. Шевелится? Да, реально? Смотри. Я не хочу это есть. Можно я не буду это есть? Я тебе говорю, давай чипсы возьмем. Блин, оно реально шевелится. А пахнет как картошка. Как картошка. Может, это картошка какая-нибудь? О, там реально есть яйцо, но оно перепелиное. Хочешь, я это попробовала? Попробуй. Давай, открывай ротик. Давай. Давай мне. Давай мне. Нет. Давай тебе. А теперь ты пробуй. Ну и что это, расскажи мне. Пробуй. Сейчас скажи мне. Нет, давай пробуй. Что это за фигня? Фу. Она склизкая как. Ай, фу. Давай второй откроем. У нас есть еще вот эта вот штука. Он чуть поменьше. Мне, по идее, не должно быть яйца. Вот, тут еще ложечки есть. И лучше бы мы купили чипсов, конечно. Остались с теми чипсами. Но больше... Чипсы вредные. Но теперь тут... будем знать, что вот это есть ниндзя, и покупать тоже. О, а это еще страшнее выглядит. По-моему, это рис. Короче, это доллар. Слушай, ты хотел рис? Я получил тебе нашла рис. Да? Молодец. Смотри, как здорово. Он такой слюнявый. Фу, там прям сопли. Кушай, приятного аппетита. Ну как? Попробуем. Тебе оба кажутся мерзкими? Да. Тогда ты съешь вот этот. Потому что этот офигенный. Короче, плоский и вкусный. Тут еще мясо есть. А у меня мясо есть? У тебя нет мяса, у тебя грибы.
Зашибись. Пойду за дошиком.